Это мои любимые брюки. Наше путешествие. Всем привет, с вами Софишка, и я рада, что ты заглянул ко мне на канал. В общем, сегодня мы вместе с вами соберем чемодан. Но вы не забывайте подписываться, потому что дальше будет еще интереснее. Сегодня вечером я уже улетаю в другую страну на отдых, на море. Пишите свои предположения, куда же я улетаю. Я пока подержу интригу. Сейчас у нас 10 утра, вылет у меня в 9 вечера, то есть в 6 часов вечера я должна быть 100% уже готова. Мне нужно собрать чемодан, собраться. Погнали! Я пошла, налью себе кофе, вы тоже наливайте себе чай, кофе. Будем вместе с вами болтать и собирать вещи. Что касается моего разбитого сердца. Вот такие вот коричневые, я думаю, многие, кто уже давно как бы подписаны на меня, видели эти брюки, фотографии у меня есть в этих брюках, то есть прям мои любимые. Я уже начала думать, что меня кто-то сглазил, что у меня началась череда проблем, но в общем, в этом доме вот такой вот утюг с крутилочкой. Эта крутилочка почему-то была выкручена на максимум. Просто жесть, это мои любимые брюки. Я никогда в жизни не сжигала вещи утюгом. Так, ну что, приступаем к сборке чемодана. А, немного проведу вам обзор, расскажу вам про этот чемоданчик. Он у меня уже лет 10 точно. Покупали мы его за границей. Там, куда сегодня я полечу, это просто идеальный чемодан для ручной клади. Вот этот чемодан подходит под габариты ручной клади просто идеально. Вот как он выглядит изнутри. Сейчас я достану все вещи, которые буду брать. Начнем мы с одежды. А кто-нибудь объяснит, как вообще это работает? У меня здесь стоял телефон, и я решила его просто немного поправить, и у меня получается вот так. Ну, типа, просто сломалось. Еле как я поставила телефон, думаю, что он скоро упадет, но ладно. Я вам покажу, что же я с собой беру. Что я беру из обуви? Я поеду в своих кроссовках, но с собой я возьму вот такие вот тапочки пляжные и вот такие вот босоножки. Все мои вещи, которые я буду брать с собой. Также вместе с обувью я уберу пляжную сумку. Я хочу взять не так много вещей, чтобы, если что, пошопиться там и привезти вещи сюда. Из платьев я возьму вот такое вот белое. Кстати, хороший лайфхак, как сделать так, чтобы все вещи поместились в чемодан, это скрутить их в трубочку. И второе платье, которое недавно я приобрела, красное, обыкновенное. И сразу хочу сообщить о том, что будет очень много красивых фотографий, которые вы можете посмотреть в моем нельзя-грамме. И вся лайф будет у меня в телеграм-канале, где буду делиться каждым моментом, что будет происходить. Думаю, будет много приключений, поэтому обязательно подписывайтесь. Буду вас очень ждать. Ну а мы продолжаем. Я сложу все шортики. Голубенькие, просто базовые. Да, отлично. Вы же не против будете, если картинка будет не такая эстетичная, потому что мой штатив окончательно сломан. И вот такие вот беленькие, коротенькие. Вот такие вот штанишечки, шелковые. Также велосипедки. Дальше топики у меня тут уже лежат. Быстренько вам все покажу. Такой вот обыкновенный топик. И такой же, только в таком хаки цвете. Кстати, его я тоже приобрела вместе с платьем не так давно. И вот такой вот топик, тоже очень красивый, вязаный. Вот такой вот еще топик. Возьму сеточку. Очень классный розовенький топик. У меня точно такой же есть белый, в котором я поеду в аэропорт. Буквально за день, так скажем, до вылета, то есть вчера, мне пришла вот такая вот футболка. Одну возьму пижаму. Также пляжная одежечка.
которую тоже приобрела новенькая. Я хотела, чтобы мой чемодан был более свободный, а по итогу занято. Из головных уборов я возьму розовую кепку и вот такой вот платочек. Ребята, я купила новый очень красивый купальник. Я уже давно не приобретала себе купальник, но здесь я нашла просто тот, который мне прям очень понравился. Это получается у нас такой вот верх и вот такие вот трусы. Заказывала на маркетплейсе. Купальник я уберу в отдельный мешочек. Я боюсь, что мне просто даже не хватит этого чемодана. Также в отдельный мешочек я уберу нижнее белье. Вы просто посмотрите, насколько я заполнила его вещами. Я боюсь, что действительно мне не хватит места, чтобы обратно что-то с собой привезти. Я еще также приобрела вчера баночки. Будем сейчас клеить, распределять и также такую вот штучку. Куда набираются духи. Я решила, что не хочу брать с собой целый флакон духов и наберу сюда. Правда, я не ожидала, что будет настолько маленький вот этот флакончик. Балдеж. Мы снимаем вот эту верхнюю колбочку. И вот здесь вот снизу есть специальная штучка, которая набирает духи. Страшно. Я набрала полную. Здесь выложила все то, что мне нужно. Сейчас будем это все разбирать. Буду делать подсчеты по миллилитрам, чтобы ничего в аэропорту не выкидывать. А еще, кстати, у меня новое украшение. Я заказала себе вот такие вот красивые сережки. Давно хотела такие сережки-капли. Мне кажется, что будет красиво смотреться. И решила взять еще подвеска. Такое вот ожерелье. У меня еще осталась вот такая вот баночка от Darling, где хранились мои патчи. И сейчас я хочу убрать туда свои новые патчи. Вот буквально прям совсем немножечко. Скоро уже пойду приводить волосы в порядок, наносить макияж. Потому что практически собрала чемодан. Мне осталось убрать все свои приводы, всю косметику. Я даже не знаю, стоит ли краситься прям сильно. Я думаю, не стоит. Нет, столько. Стоит. Всем пока. Ну а что нет-то? У нас там тики-токи. А, ну да, точно. Я буду очень много снимать видосиков. Обязательно подписывайтесь на мои социальные сети. Будет очень интересно. Я накрасилась, и мне осталось только сейчас посмотреть, сколько же весит мой чемодан. Походу, на обратном пути я могу взять только 400 грамм. Ну, и еду не одна, поэтому, я думаю, мы разберемся. Мы всего лишь не увидимся 20 дней. Месяц почти. Мы выезжаем в наше путешествие.